здравствуйте, это Мос Олимп. Сегодня мы работаем над шумоизоляцией. Сейчас обезжириваем поверхности перед проклейкой. Все разобрали. Заводской шумки здесь практически нет. Очень маленькое количество. Арки голые, крылья голые. Немного есть ее на полу в багажнике. Тут крыло тоже пустое. Также арка с внутренней стороны ничем не обработана. Крыша пустая. Двери тоже голые. Просто металл. Причем металл не очень толстый, поэтому он вибрирует. Все эти вибрации очень хорошо слышны при езде. Центральный тоннель не защищен. Только задняя часть его немножко, вот видите, закрыта, и все. Ну и, соответственно, вот такой вот поролон везде на полу лежит. Его мы пока что убрали. После проклейки вернем назад. Под задним сиденьем тоже небольшие фрагменты ведрухи. Арки со стороны салона голые. И все то же самое с пассажирской стороны. Под ногами у водителя вот здесь вот есть ведруха с фольгой. У пассажира нет. И передние двери тоже пустые. Сейчас все обезжирим до конца и приступим к поклейке материалов. Предварительно разогрев их и потом прокатаем валиком. Начинаем работу.